На конце поводка делаем петельку, которая позволяет зафиксировать его надежно на ветлюге, так чтобы при необходимости вы могли снять его и поставить любой другой поводок. Арсенал поводков должен быть разный. Можно экспериментировать и делать поводок с разноцветным пенопластом или фосфором, добавлять бисер или применить спиннер. Все зависит от вашей фантазии. С моего опыта прозрачный поплавок достаточно интересное решение и самое главное незаметное для самой кефали. Ловит такой снастью в основном на песчаном дне, там где мало водорослей, чтобы уменьшить количество зацепов снасти.